Так, привет, мужики, вот смотрите, я косил, вы видели, в дождь, нормальное сено еще, но я решил волки пока не загребать, сейчас грабли мы вот эти вот переведем в режим ворошения и, наверное, поворушим немного, а потом уже будем сгребать. Я думаю, завтра под вечер можно будет уже все сгребать и послезавтра тюковать, если даст бог погода. Все с погодой будет нормально. Так, кто не знает, как переводить, может быть, кто-то будет смотреть, кто еще ни разу не... Надо либо цепочек вот этот вот снять, либо поднять выше грабли. Ну, сейчас попробуем цепочек сначала откинуть. Грабли надо на ту сторону. Оп. Опа. Переезжай. Все, проехали. Так, мужики, будем ворошить, так сказать. Оп. Оп. И на место. Раз. Все, чтоб каждое получилось колесо гребло индивидуально. И тогда будет оно все хорошо. Получается, это колесо себе гребет, это колесо себе гребет, это себе, это себе. Раньше они, получается, были попарно и шли, каждый себе подгребал, а теперь они будут у нас идти, так сказать, по... Надо чуть натянуть, а то будет клевать. А теперь они будут идти каждое колесико индивидуально. Так.
получается, уже сгребаем. Вот таких вот условиях приходится работать. Не знаю, камера передает или нет, но мне очень и очень страшно. Признаюсь честно, чтобы не кувыркнуться. Бугор сгребать вручную не хочется. Приходится рисковать, и там он бугорная будет сгребать. Не люблю я, конечно, сгребать это дело, все, блин. Ну а что делать? Надо.